Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим про монету Тун. Что делать, если вы зашли на хаях? Какие действия предпринять прямо сейчас? И как вас будут пытаться обмануть манипуляторы, сегодня я вам расскажу. Давайте переходить сразу к делу. Начнем мы с биткоина. Биткоин – это локомотив всего рынка. Именно поэтому в каждом видео я обозреваю биткоин. Касаемо биткоина, мы меняем диапазон. Прямо сейчас. Здесь монеты распределили. Теперь монеты распределяют здесь. RSI разгружается прямо сейчас. И это плюс на самом деле. Дорогие друзья, прошу вас понять. Моя ситуация кардинально отличается от вашей, если вы заходили на хаях. Я набирал биткоин по 16 тысяч. Да, дорогие друзья, я покупал тогда, когда всем было страшно. А возможно, некоторые люди 2 года назад даже не знали, что такое крипта вообще. Весь мой путь есть на канале. Кому интересно, посмотрите старые видео. Ежедневно я записываю новое видео и делюсь с вами своими действиями. Сегодня я тоже расскажу вам, что я делаю. Но также дам рекомендации, что делать с тоном тем людям, которые заходили на хаях. Давайте рассмотрим такую ситуацию. Вы пришли на рынок, увидели хорошие новости и зашли в тон по 7 баксов. Что же вам теперь делать? Вы получили просадку 30%. Фиксировать убыток или нет? Что же делать? Давайте разберемся. Дорогие друзья, во-первых, ни в коем случае не паникуйте. Рынок – это волатильная штука. Здоровые колебания рынка могут достигать до 50% без смены тренда. Рынок криптовалют – манипулятивная вещь. И об этом я говорил постоянно. Я уже базовые вещи не повторяю в новых видео, так как рассчитываю на здравомыслие людей. Перед тем, как задавать вопросы базовые, посмотрите старые видео. Обо всех фундаментальных принципах я рассказывал 2 года назад. Мой канал – это моя история. Я рассказываю, что я делаю здесь ежедневно. Поэтому, если вам интересно более глубоко изучить, как работает рынок, смотрите старые видео. Так вот, касаемо колебаний рынка, это норма. Сегодня мы можем упасть на 30%, а завтра отрасти на 60%. Это норма, это волатильность. Цель данной волатильности – сформировать распил, то есть сделать перераспределение монет. Монеты от слабых рук перейдут к сильным рукам. Слабые руки будут покупать на росте, фиксировать на падении. Сильные руки, наоборот, будут забирать все на падении. Сильные руки будут выкупать на распиле все монеты. И затем выкупом по стакану запампят цену, предварительно забрав все монеты у хомяков. Хомяки, увидев рост, просто побегут покупать, как делали это раньше. У людей будет ФОМА. ФОМА – это синдром упущенной выгоды. Новичками правят эмоции, с которыми необходимо бороться. На рынке нужно работать только с холодной головой. Нужен холодный расчет на 2 сценария. Первый – это поход наверх, второй – это поход вниз. Чтобы подготовиться к первому сценарию, необходимы монеты, которые аккумулируются на падении. Чтобы быть готовым ко второму сценарию, необходим депозит. То есть всегда должны быть стейблы. Нельзя заходить только в одной точке. Всегда позиция набирается постепенно. Никто не знает, где закончится падение. Все зависит от манипуляторов. Все зависит от ситуации на рынке и от поведения толпы. Манипуляторы наблюдают за тем, что происходит внутри рынка. Манипуляторы видят новых холдеров, которые приходят. Манипуляторы прекрасно понимают, как работать с толпой. Цель манипулятора – выбрать толпу и забрать монеты и деньги. Чтобы обманывать новичков, подгоняется позитивный новостной план на хайпе. Как только монету пампят, разгоняют позитив, привлекая новых людей. Как только монета падает, сразу идет негатив. Людей загоняют в страх и забирают монеты. Все банально просто. Это самые базовые принципы. Повторять это в каждом видео я уже устал, но я вижу, как приходят новички и ничего вообще не понимают. У кого есть голова на плечах, разбирайтесь в рынке прямо сейчас. Крипта – это грааль. Крипта – это наше будущее. Я на рынке с 2017 года, и я понимаю, о чем я говорю. Если на старте вы допустили ошибку, то это нормально. Если вы зашли в тон по 7 баксов, то ничего страшного. Вы можете поработать над ошибками. Что же делать прямо сейчас с тоном? Мы разобрались, что ни в коем случае не фиксировать убытки. Так что же делать?
усреднять, дорогие друзья, увеличивать позиции по ходу падения, накапливать, ждать новый памп и новое распределение. Путем усреднения вы притянете цену покупки вниз. Затем на пампе все это окупится, так как цена вырастет. На данном этапе мы находимся в середине цикла. Биткоин себя в принципе еще не проявил. Мы слегка переписали АТХ и забрали 4 икса. Глобального роста еще не было. Именно поэтому холдовые позиции я все еще держу. Касаемо тона, я спекулирую. Покупал я данную монету по 2 бакса. О том, когда я набирал тон, я говорил на канале, в старых видео. Что самое интересное, данные видео набирали по 700 просмотров. 6 месяцев назад. Никто не хотел покупать. Интереса не было, хайпа не было. Данная монета была никому не нужна. Здесь тон набирали киты. Хомяки загоняются прямо сейчас, чтобы окупить весь этот праздник. Вся новая ликвидность, которая приходит, впитывается китами прямо сейчас. А новая ликвидность, поверьте мне, приходит. Холдеров становится все больше, больше и больше. На самом деле я уже устал это повторять. Но надеюсь, вы изымите пользу из данного видео и с правильным пониманием будете двигаться дальше. На данном этапе мы находимся в середине цикла. Старые монеты, которые были на рынке, уже запамплены. Заходные импульсы уже есть. На данном этапе я акцентирую свое внимание на новых монетах, которые стартанули в этом цикле. Покупаю я фундаментальные проекты, не мемкоины. Покупаю я те монеты, которые связаны с экосистемами. Это наше будущее. Криптовалюта – это децентрализованная система, которая взаимосвязана. Те проекты, которые создаются сейчас, будут выполнять определенные функции, которые будут нужны в будущем всем. На данном этапе можно стать ранними инвесторами, купив данные проекты. Лично я их сейчас и набираю. Я не бегу за тем, что уже улетело. Тоном я спекулирую, но набирал я тоже на днище. Набирал я по 2 бакса. Если вы считаете, что криптовалюта вам интересна, если вы хотите разобраться, как рынок работает, и покупая правильные проекты, снимать сливки, то приглашаю к себе в закрытое комьюнити. Вы можете пройти 4 закрытых курса, полностью обучиться, получить все рабочие инструменты и с набором правильных знаний двигаться вместе со мной, покупая то, что сейчас набираю я. Кому интересно, присоединяйтесь, ссылка есть в описании. На данном этапе цена доступа в комьюнити снижена, и все те люди, которые присоединятся прямо сейчас, зайдут дешевле, чем остальные, и останутся здесь навсегда, так как доступ в комьюнити оплачивается только один раз. Все, что я вам рассказал в этом видео, это капля в море. Всю фундаментальную информацию я выдал в курсах. Кому интересно, присоединяйтесь в комьюнити и проходите закрытые курсы. Затем просто двигайтесь согласно моим рекомендациям. На сегодня у меня все, пойду дальше работать. Ведь сейчас самая активная фаза рынка. Очередные возможности формируются, которые я упускать не намерен. Скоро у меня стартует марафон, целью которого сделать 10 иксов. Моя цель — выжать максимум с этого рынка. Поэтому не обижайтесь, что видео такие короткие. Я уделяю очень много времени работе. Всем желаю удачи, всего хорошего и всем пока, друзья!